Ну, а если продолжить тему про наши особые женские дни, то хочется сказать, женщины прекрасные, любимые. Какое это счастье быть женщиной. Какое это счастье быть собой, испытывать весь спектр вот этих вот чувств, ощущений в виде эмоций, либо ощущений в теле. Просто от того, что я есть, я живая, и у меня проходят ежемесячно очень важные очистительные процессы. Очистительно-освободительные. Это про мое здоровье, про мою фертильность, про мою женскую божественную природу. И это такой кайф быть женщиной. Боже, благодарю тебя.